этого будет скачка на приз Башкана. Скачка верхом на лошадях. Участвует 6 человек. Но у нас немножко вот видоизменения, дорогие друзья. Оказалась одна девочка, захотела очень. Но условие было, она будет в седле. Но экипирована будет правильно. Я думаю, я ее подписал по технике безопасности. Она взрослый человечек. Вот, она приехала к нам с Тирасполя. Так что мы разрешили. 5 мужчин и 1 дама на даме. Так, ребята, на представление. С разворота ко мне. Первый добрый. Первый добрый. Так, Сережа, внимательно. Все 6? Первый добрый. 1, 2, 3, 4. А где 6? Ну, буду стартовать 5 лошадей. Надо вовремя выходить. Итак, дорогие друзья, под первым номером в заезде для лошадей орловской российской породы старшего возраста идет жеребец добрый от Рубиной Декады, Попов Николай Тараклия. Пожалуйста, Тараклия, Попов Николай, жеребец добрый. Под вторым номером жеребец парк, каботажный груз Алтая, путевка, Катай Еуджин, Темириуцы, Флорешка. Под третьим номером, Скрипкин, Страдивари! Скрипкин! Под четвертым номером жеребец Фарватер, Арарат Фабрика, Сырбу Даниэл, владелец Дони Чион, Фонтаница. Все, ребят, Фарватер, опа, опа. Пятый номер. Дарли, ласковый май, Данька, Скрипкин Сергей Чемишлия. Неоднократный победитель. 6. Кабул, Буджак Княгиня, Иванов Николай, Валя Пержий. Ага. Жеребец Бенин. Родился у нас. Практически все опять. Минате Белла, Донич Анатолий, Фонтаница Дрокия. Опа, опа. Давайте. Ребята, на старт! Первый, второй, третий из бровки. Четвертый, пятый, шестой сзади. С
стало больше нет. Первый, второй, третий, с бровки к полю, четвертый, пятый, шестой сзади. Лошади эти, старший возраст, бегут три круга. Со старта сбоил парк, внимательно на дорожке. Ребята, музыку не надо сейчас. Я прошу, не надо. Так, если мне зрение не подводит, первый идет фарватер. Парк. Нет, это не парк. Это Беним. Так, добрый. Сейчас посмотрим. Но бегут весело, растянулись. Последним идет наш ветеран Дарлей. Он самый возрастной жеребец в этом заезде. Так, это первый круг только. Три круга. Первым идет фарватер. Ты ругайся! Так, Кабул. Добрый. Он с севера Молдавии, ему можно. А вы не говорили, что французов приглашаете? Бак ниже француз человек. Монека муа. Жони пас. Посижу. Вы же это слышали, да, дорогие друзья? Да. Я даже знаю, чего он ругался. Правда, дети начнут повторять по-французски после обеда. Ну ничего. Ребята, первым идет фарбатер. За ним Кабул. Третьим. Добрый. Второй круг. Резво. Даниэл Таджингура. Фарватер, Кабул, добрый. Да, фарватер далеко оторвался. Последний. Фарватер сын Арарата и фабрики. Я его видел на Одесском ипподроме, положил на него глаз, но купить не успел, купили другие. Ничего страшного, у нас есть эти кровя. Жеребец рожден в Дубровском конном заводе, Полтава, Украина. Проходил испытания на Одесском ипподроме, а потом оказался у нас в Молдавии. Итак, в гордом одиночестве финиширует фарватер. Сырбу Даниэл. Кабул. Ты добрый. Дорогие друзья, мы бросим маленькую музыкальную паузу. Скачка на приз Башкана Гагаузии. Дорогие друзья, первое место в этом заезде занял жеребец фарватер на этих сырбу Даниэл. Резвость 3.30, лошади бежали 2.400. Второе место занял жеребец Кабул. Иванов Николай Валипежа.
2.34 и 2.40. Третье место. Жеребец Добрый. Попов Николай Тараклея. Для награждения приглашается Бритков Петр Георгиевич Твардица. Ветеран колхозного строительства. Коллега, друг Парликова Петра Михайловича. Ну, вы сами скажете, Петр Георгиевич. Уважаемые гости ГГУЗ и Чедерлунга, позвольте мне, во-первых, поприветствовать вас, передать вам привет от Твардицы и пожелать вам всего самого-самого наилучшего. Но я бы хотел сказать, что все вот это могло и не состояться, если бы не вот этот человек. Я помню, в начале 90-х годов только создавалась ферма, и мы в Твардице имели тоже такую же ферму. И он приходил к нам, просил у Петра Михайловича выписать немножко корм, потому что были тяжелые времена. Петр Михайлович говорит мне, иди выпиши, принеси накладную. Я приходил, выписывал, и он брал этот корм. И в этих племенных лошадях здесь тоже течет кровь твардицких лошадей орловской породы, потому что он тоже приобретал у нас, он уже это сказал. И я горжусь этим, что действительно... Ну, как сказать, настырный, настойчивый человек все вот это сделал. И я горжусь этим. И считаю, что он заслуживает всего самого уважения. Я слышал, он сказал, что у него есть одна старая лошадь, которую он, ну, жалеет и не хочет сдавать на мясо. Хочет ее увековечить здесь. Я не знаю, как она называется, эта лошадь. Но если бы эта лошадь могла говорить, я бы... Позволю себе зачитать один монолог вот этой старой лошади. Прошу прощения. Люди, на мгновение загляните в мои глаза, чтобы войти в бездну горя, которое я собрала на своем пути. Не наказывайте меня сожалением, не запрягайте меня возле старого колодца, чтобы умерла, ослепнув от воспоминаний. Когда-то я, дикая, в вольном табуне, опережала беспокойные ветры. Когда-то любовь для меня была, как воздух, а смерть, как далекий полюс. Соблазнившись блеском ипподромов, я опьянялась шумной публикой. Прыгала легко над белыми барьерами, скакала рысью, галопом. Обреженная пестрыми лентами и медалями, я забыла о любовных полянах. Поэтому прошу вас, не жалейте меня. Двумя точными выстрелами между глаз подарите мне последнюю награду – мечту о небесных табунах. Я думаю, что это, если бы могла говорить лошадь, она бы, может, и это сказала, и другое, но мы все-таки благодарны Константину Келли, что он все вот это, что есть, и нас это радует. Спасибо вам и желаю всем крепкого здоровья и счастья. Итак, первое место. Жеребец Фарватер, Сырбу Даниэл, владелец Донич Ион, Фонтеница. Стой, раз, два. Петр Георгиевич, а награждать? А между прочим, кто знает, опа, встаньте кто-нибудь, встань перед конем. Хозяин, встань перед ним. Вот, молодец. Пожалуйста. Оп, 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 оп. Поставь руку на лоб, и он будет стоять. В школу отправлю. Не, здесь. Давай, аккуратно, Данил, аккуратно, манщет. Это самое. Петр Георгиевич, такой памятник есть на территории фермы, слева, памятник прополису. Был такой у нас Пашка, который прожил 24 года. У лошади один год, как у человека 4. По человеческим меркам он прожил 96 лет. Он оставил более 100 детей. 100 детей. А сколько внуков, правнуков уже не считал.
Так, второе место. Жеребец Кабу. Иванов Николай Варипержа. Параклийского района. Видите? Молодец. Молодец. И третье место. Жеребец добрый. Попов Николай Тараклия. Ну что делать? Перенервничал. Возьми, Вадим, возьми вот это. Все, Коля, поздравляем. Все, спасибо. А сейчас, дорогие друзья, кульминация нашего праздника будет скачка. Я уже объявлял. Я надеюсь, скоро они появятся. Честное слово, пыли много, но иначе бы не поняли, наверное, изюминку. Я уже не хочу, чтобы поливали дорожку. Да. Иван Иванович, тебе поручаю, это серьезное дело. Дорогие друзья, перед кульминацией нашего праздника, скачкой на приз Башкана, пройдет очень серьезный заезд на животных с четырьмя лапами, двумя ушами, одним хвостом, но чуть-чуть не лошадей. Заезды на ослах под ваши аплодисменты! Это сейчас меня, как вот так вот, Марина Семеновна, вот как меня представили сейчас? Иван Иванович, сиди, объяви ослов. Ни одного осла четырехлапого не вижу. Одиси, Зингелбре. Гелева, ваши аплодисменты! Да-да-да, мы ждем. Кавказская пленница отдыхает, называется наш конкурс. Участвуют два ослика и два наездника. Идут не спеша, понятно, не на мискоме надо, все нормально. Ребята, давай, мы вас ждем! Дорогие друзья, все помните кавказскую пленницу, этот осел служил в кавалерийском полку в Москве. Он был героем разных фильмов. И с ним очень многие любили сфотографироваться, все же герой, артист. Один отправил домой фотографию на ослике. Мама, подарок с Москвы, кавалерийский полк, сверху это я. Ну что, Иван Иванович, как они будут бежать, если целый круг не добегут? Или до сюда? Да, давай до сюда. Да. Участвуют два осла, два хозяина. Два ведущих. Все, кто себя ослами не считает, аплодируют нашим конкурсантам. Смотрю, не все себя не считают ослами. На старт! Внимание! Кто там опять сказал? Марш! Айде! Айде, Маризонька! Не слышит поддержки! Слабо, слабо аплодируем! Эй! Вы еще поделитесь горячей финской парни! Аля! Семи, 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 семи
Касим Васильевич победил осел, который вез парня в черной кепке. Я правильно выразил? Серенький, серенький. Этот каштановый. Не бей его, мать, что ты делаешь? Иванович, ты награждай. Спасибо. Это он мстит мне за гирю. Иди сюда, родной, несите. Молодой человек, приведите транспортное средство. Иван Иванович, оба два награждаются. Как вас зовут? Как? Михаил. Откуда вы? Чадырлун. Подождите, Мерседес откуда? Спойлер. Ворованный. Поздравляем вас и ваше транспортное... Нет, ваше транспортное средство и вас. Всего самого лучшего. Ждем в 2023 году с новой попоной. Поменять конверты? Один дать ему конверт? А второму тоже? Братан, все, гид, все, молодец. Аплодисменты! Стой! Ты точно не местный. Ты откуда? Я с Чадырлунги. Как вы Чадырлунги? Ты себя в зеркало видел на сегодня. Так, ладно. С вранья начали сегодняшнее мероприятие, враньем и заканчиваем. Хорошо, как тебя зовут? Я зовут Даня. Очень приятно. А ослика? А ослика? Это ослица, Муся ее зовут. Муська! Здорово! Аплодисменты Мусе. Мария Даниловна, очень приятно. Поздравляем вас от всей души. Сейчас фотография будет. Таня, справа это я. Все, замечательно. Поздравляем, аплодисменты! Скажи, поздравляем Гагаузию! Поздравляем Гагаузию! Я Все, Костя Васильевич, с этого дня и на протяжении следующих 25 лет я награждаю ослов. Ребята, ребята, у нас скачка начнется, она не конкуренции. Муська. Муська. Итак, дорогие друзья, скачка на приз Башкана, кульминация. Первый номер. Пикус Валентина, Тирасполь, кобыла Паника. Ну давай, Валюша, с Богом. Ваши аплодисменты нашим участникам, дорогие друзья. Валюша, Валентина. Валентина. Осторожно, ребята, это лошади, будьте внимательны, держите рядом детей, ну все может случиться. Уважаемые гости праздника, убедительно просим вас отойти на безопасное расстояние от беговой дорожки в целях безопасности вас, наших спортсменов. Пожалуйста. Пикус Валентина, Тирасполь, кобыла Паника. Валюша, правый повод короче. Второй номер. Черкес, Евчу Дмитрий, Гайдары. Третий номер. Серый жеребец, Орлик, Узун Николай, Гайдары. Молодецненько. Четвертый. Рыжий жеребец, Буян, Узун Григорий, Гайдары. Лошади скачут два круга. Пятый. Майкан. Жим-жим Александр. Чадырлунга. Сашка. Опа. Карагес Чебан Федор Гайдары. А этого не знаю. Что, пустим его? За компанию? Ну давайте. Оп-оп-оп-оп-оп. Аккуратно. Аккуратно. Ребята. Подъедьте ко мне аккуратненько. Еще раз просим всех зрителей максимально отдалиться от беговой дорожки. Дорогие ребята, друзья, всякое может произойти. Шагом очень просим. Подходите ко мне, шагом соберите. Постарайтесь собраться, ребята. Валюша, притормози кобылу. Подходим, ребята, подходим. Вот нервничает девка. Ну что, поехали!
Насколько мы понимаем, вы уже определились с фаворитом, за кого болеете, друзья. Ваши аплодисменты! А красавица идет впереди в полкорпуса! Только очень просим вас, чтобы не случилось, как тогда. Не шумите здесь, когда они будут проходить. Может что-то случится. Пройдут, а потом аплодисменты. Так, Гайдара обогнали. Гостья на втором месте. На третьем тоже Гайдары. Вот ты ля, ай, тихо. Финальный круг. Да-да. Ну, наши друзья отстали. Что ты делаешь? А говорят, индейцев нету. Итак, дорогие друзья, у нас определились два фаворита. Ага, вот так вот. Первым идет черкес Гайдары, орлик Гайдары. Ой, наша девочка осталась четвертой. Ну, видите, у нас какие берлянки, дяди и шлерны. Давай, ребята! Наши гости! Валюша, подъедь сюда потом! Гайдары! И третье место Буян, Узун Григорий, Гайдары! Ну, что вы сказали? Для девочки, Ирина Федоровна, вы будете награждать первое, второе, третье место. А для девочки мой сосед Ахмедов Руслан, руководитель магазина «Ковры и обои» Чеканова 3, дал один ковер. Я думаю, мы вручим нашей гости за четвертое место. Идет? Идет. Ну, какая, Ирина Федоровна, вам слово. Приз Башкана был. Вам награждать. А мне получается тык. Я думаю, что вам всем понравился сегодняшний день. Как у всех эмоции, как настроение. Ну, я переживала все-таки. Девичье братство есть девичье братство. Я надеялась на Валю, пусть не обижаются на меня мальчики. Но что делать, соревнования есть соревнования, поэтому... Поздравим сейчас наших мальчиков. У нас есть традиционный приз. Мы всегда победителю дарим ковер. Для его супруги мы дарим, если он женат, дарим красивый платок. Вот, и ждем его в следующем году. Но на самом деле я хотела сказать, что этот замечательный день завершается. И я очень надеюсь на то, что Вася! Вы с теми же эмоциями, с тем же хорошим настроением вернетесь к нам в 2023 году. На еще более красочные мероприятия и события. У нас очень душевно, если вы это почувствовали. У нас очень искренне, если это вы почувствовали. Да, мы очень любим всех наших детей, всегда вас ждем, радуемся вам. И очень хотим, чтобы в нашей стране был мир, согласие и единство. Спасибо за то, что вы были с нами сегодня. Валюша, к нам подъедешь. Итак, дорогие друзья, первое место. Черкес Евчу Дмитрий Гайдары. Здесь награждают, когда всадник слезает с лошади. Слезаем с лошади, держим Инера, Инера Чуджи. Времена, я клан, тут мы начали. Чевербигера.
Тут Буда Синин. Кубок Башкана, ковер, платок, деньги, грамота. А где платок? Вот платок. Тут Нигер, тут. Так, ковер сопровождать тебя будет. Молодец. Ковер тоже его, ребята. Помогите. Делеги, вот возьмут. Вот. А мы его наверх, Ивеги Турма. Все. И тем ближе, Волгай Дарлы. Опа-опа, ребята. Среди Мардильям. Сау. Второе место. Тихо. Орлик, Реми. Орлик Кузун Николай Гайдары. Грамота, денежный приз и памятный подарок. Спасибо. Я ваш чекал бы ильно. Ярдым едем, чучеклар. Саулык болсун, епсин. Саулыктан ускай. И третье место Буян. Узун Григорий Гайдары. Атлады Игерден чуч. Валюша, надо спешиться. Гайдары молодцы. Ну что, и наши гости, город Тирасполь, Пикус Валентина, где ковер? Вот он, руководитель магазина нашего, ковры и обои. Улица Чеканова. 3. Вот, за рекламу на таком мероприятии можно и ковер подогнать. Номер 6, Чеканова 6, ковры из Чадырлунги. Ваши аплодисменты. Это спонсорская помощь. Валюша, коня мне подержать. Поздравляю всех с большим праздником. Спасибо большое за возможность участвовать в этих соревнованиях. Мне было очень приятно поучаствовать. Спасибо. Спасибо, Валя. Вот Иван Иванович наступает на ногу, и говорит, завершает. Не хочу завершать. Тираспольчане, бендеры, кто-то есть, помогите девочке, джентльмены. Сейчас она вот или лошадь взять, или ковер. Не, Миша. Коля, возьми, помоги девочке. Отойди, иди к себе. Спасибо. Хочу завершить со слов благодарности. Сказать огромное спасибо Константину Васильевичу, Ивану, всей команде, которая работала над тем, чтобы вам сегодня было хорошо, комфортно, уютно, красиво, душевно. Спасибо, коллеги, всем спасибо огромное. И огромное спасибо всем вам, дорогие наши гости и жители нашей автономии. Мы вас очень любим и ждем вас. Кедрлес 2023 год будет лучше, чем 22-й. Всех с праздником! Всех, Георгий, с праздником! Спасибо, дорогие друзья, гости. Добрый путь. Кто в Кишинев, Друмбуш и Тати Челебуни. Всем всего доброго. Спасибо вам. Паалы ватандашлар, сайгылы достлар.
Гагаузия бунан мусатырлар херкезіне саулы дейдіз. Мұтланырыз ке бұл ұлышмалар олжықлар текрар. Ама бүн сізе дейдіз қалын саулы жақлан. Гелен бұл ұлышлары адам. Дорогие друзья, гости, участники национального праздника «Хедерлес-2022». Мы благодарим всех, кто принял участие в этом мероприятии и надеемся на будущие встречи. До свидания, до скорых встреч. И от себя пожелаю всем вам мирного неба!